Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на нашем канале. И сегодня я хочу по просьбам наших зрителей рассказать о таком органическом удобрении, как птичий помет. Вчера я снял видео и рассказывал о органическом удобрении, приготовленном на основе коровьего навоза, но я вижу, что тема птичьего помета интересует многих зрителей. Итак, в чем отличие птичьего помета и коровьего навоза? Как вы понимаете, то же самое органическое, в принципе, удобрение, но оно более концентрированное, то есть в нем больше различных химических элементов. Если в коровьем навозе у нас в среднем находится азота, фосфора и калия от 0,2 до 0,7, в некоторых случаях до единицы каждого элемента, то в курином помете всего этого находится в два раза, примерно в два раза больше. Но опять же, все зависит от того, какая птица, чем она кормилась, какого возраста она, как хранился помет. Потому что это тоже имеет большое значение для питательной ценности. В среднем же питательных элементов в курином помете находится приблизительно 1,5-1,8% азота, 1,4-1,7% фосфора и 0,8-1% калия. То есть, как вы видите, калия в курином помете находится мало по сравнению с другими элементами. И за счет того, что большее количество, больший процент находится азота, больший процент находится фосфора, то, конечно же, с куриным пометом необходимо быть при подкормках наших растений более аккуратным, потому что насколько больше он концентрированный, настолько опаснее он может быть для растений, если неправильно приготовить и неправильно рассчитать формулу применения, то есть сколько добавлять на 10 литров воды. Приготовление куриного помета как органического удобрения не отличается в принципе от приготовления коровьего навоза. То есть точно так же одну часть помета заливаем такой же одной частью воды. Все это тщательно перемешиваем и оставляем для перебраживания. Перебраживание происходит за несколько дней. Все это мы поймем по характерным пузырькам, которые появляются на поверхности. Я, к сожалению, не могу сейчас это продемонстрировать вам, но мы этим удобрением сейчас не пользуемся. Когда-то, много лет назад, когда еще не было капельного орошения в теплицах, мы подкармливали все наши растения, ну, это было порядка 1000 помидор и порядка 1000 огурцов. Все это подкармливали именно органическими, то ли на основе коровьего навоза, то ли на основе птичьего помета. И закончу мысль, а потом продолжу про, как мы это делали, подкормки. Это весьма примечательный момент, что вот когда мы развели для перебраживания птичий помет, то есть одну часть помета, одну часть воды перемешали, все оно перебродило у нас. Кстати, в птичьем помете находится большое количество микроэлементов, потому что питание курей сейчас происходит такими кормами, в которых множество всяких добавок. Ну, вы сами знаете, что редко сейчас кормят курей чем-то действительно чистым зерном, потому что мало яйценоскость у курей. То ли дело с добавками различных премиксов, особенно если вы будете брать помет где-либо на птицефабрике. Там химии будет немало, поверьте мне, потому что птицефабрики кормят совсем не так, как кормим в домашних условиях. Хотя сейчас и в домашних условиях, честно говоря, тоже люди стараются повысить яйценоскость. А яйценоскость повышается не только комфортными условиями содержания курей для получения яйца, или если мы бройлеров выращиваем, предположим, на мясо, не только комфортными условиями выращивания, но также и питанием. Обычное зерно, кукуруза, ну, чем мы еще можем кормить, зерновыми различными дробленками или в чистом виде, не перемолотым зерном, оно не дает того эффекта именно для повышения яйценоскости и прироста мяса. Поэтому многие люди начинают подкармливать кормами, в которых находятся множественные добавки в виде химических элементов. Это различные премиксы. Они, конечно, увеличивают яйценоскость, но, друзья, и курица меньше живет, быстрее у нее печень садится. Можете представить себе, от чего это происходит. Вот. И частично вот эти корма оказываются в этом курином помете. Поэтому надо быть с этим аккуратно. После того, как перебродило, раствор готов, мы берем одну часть вот этой жижи, биомассы,
помета куриного перебродившего и разбавляем 20-25 частей воды. То есть, как видите, надо сделать пожиже, чем мы делаем подкормку на основе коровьего навоза. Иначе за счет большой концентрации химических элементов, более высоких доз азота, фосфора в помете, мы можем просто прижечь наши растения. Особенно влияет на прижигание корневой системы, как вы понимаете, это высокое содержание азота. Но еще такой момент, что необходимо после приготовления вот этого раствора перебродившего, по возможности, конечно же, использовать его как можно быстрее. Не надо его хранить, ну, в исключительном случае в плотно закрытой таре. Потому что аммонийная группа азота быстро улетучивается, и потери азота могут произойти до 50% из этого удобрения. Поэтому будьте аккуратны и осторожны. Замочили один к одному, перебродило. Одну часть берем готового переброшенного и разбавляем 20-25, можно до 30 частей воды, чтобы не наделать вреда нашим растениям. Если, допустим, коровью мы берем 1 к 10 или чуть-чуть пожиже, то куриный надо намного пожиже. Надо соблюдать аккуратность. И всегда следует помнить, много, я знаю, приверженцев именно подкормок органикой, но, друзья, аккуратность нужна и в этих подкормках, потому что навозом, пометом тоже растения так могут накачать, и можно накачать их повышенными подкормками, что нитратов там будет еще больше, чем при использовании минеральных удобрений. Это однозначно, это проверено. И я немножко вернусь уже, ну, кому интересно, кому не интересно, можете выключить свои компьютеры или планшеты, дальше не слушать. Но я все-таки скажу, что вот представьте себе, 1000 огурцов, 1000 помидор, нет капельного орошения, поливали мы арычным способом. Это было больше 10 лет назад. В принципе, очень давно, по нашим срокам земным. Вот, арычным способом, каждый ряд, немножко высаживали в канавки такие растения, и все это вот выливается, допустим, некоторое количество помета переброшенного или навоза, ну, когда что мы использовали. И все это шлангой аккуратненько по арыку вот этому размывалось, равномерно старалось. Но, конечно, есть свои нюансы и свои недостатки у этого способа. Можно использовать, мы не один год использовали, именно при применении вот органики, вот этой, навоз и помет. Размываются корни в начале ряда. Для того, чтобы они не размывались, мы просто на шланг, вот тогда еще шланги были, знаете, такие толстые, ну не пожарные, но резиновые такие, шахтные. У нас Донбасс, у нас шахты. Ну и каким-то образом, я не знаю, от бабушки еще остались, от дедушки эти шланги, вот. И этими шлангами от насоса, наконец, мы одевали на край этого шланга, чтобы струя сильная не была. Качали насосом с прудика. У нас у отца есть прудик в конце огорода. Когда-нибудь обязательно покажем. Живописнейшее место, красивейшее. Цапли живут, и рыбка плавает, все. Вот, одевали чулок или носок какой-нибудь, но не шерстяной желательно, для того, чтобы струю сбить, и струя тогда ослабляется, и не так идет размытие корней. Это просто такую маленькую подсказочку тем нашим зрителям, кто использует такой способ полива. Мы-то уже давно перешли на капельницу, конечно, но, правда, не всегда есть смысл переходить. Если у вас 30 огурцов, я бы, честно скажу, я бы тоже капельницу не ставил. Я бы сделал луночки и по луночкам аккуратненько, несложно из ведра. Или орычок такой бы сделал и уже тогда водичку запускал бы по орычку. Но вот применение такого нехитрого способа, как носок или чулочек, предотвращает размывание корней. Конечно, растение в начале ряда, где мы начинаем полив, чувствует себя более комфортно. Но также еще минус вот этого полива, друзья, то, что неравномерно может распределиться именно вот эта органика по ряду. Где-то мы смоем в край, если особенно у нас наклон ряда идет, то пока дойдет туда, здесь уже замокло. Или наоборот, если наклон идет к концу ряда, отсюда уходит, там застой идет воды. Ну, трудности. Желательно, конечно, ряды делать по горизонту, ровненько, четенько. И тогда, в принципе, эти способы подкормки и полива очень эффективные. Но чуть-чуть подровнять просто поверхность рядов перед высадкой, сделать планировочку, и тогда все будет нормально и все будет работать. И вот, друзья, этим способом
поливали тоже ведро этого жижи вот этой, жух туда, потом шлангой все это размываем, смотрим, где неравномерно, там поправили чуть-чуть струйкой небольшой, размыли по колено в этом деле всем. Ну, лето, жарко, шорты, конечно, ну, заходили по темному, потому что занимала процедура очень много времени, очень уставали. Конечно, капельное орошение в этом плане намного облегчает, как бы, вот эти все процедуры. Друзья, ну и также я хотел бы напоследок сказать вам, что, что касается помета еще, это я за куриный все рассказывал, но следует учитывать, что голубиный помет, если кто-то надумает использовать, он мощнее даже куриного по питательным элементам. Он более концентрированный. С голубиным пометом еще аккуратнее. Мы им не пользовались. Я сказать не могу, какие пропорции в точности, но если кто-то из зрителей точно знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Возможно, кто-то этим способом тоже захочет воспользоваться голубиным пометом. Но он более концентрированный, более надо, очевидно, разбавлять. Если утиные и гусины, там концентрация питания поменьше, чем в курином. Такое немножко, наверное, длинное получилось видео, но тем не менее хотелось рассказать, как мы раньше это все делали и как, конечно, это было все выглядело когда-то давно. Мы очень широко, еще раз повторюсь, использовали это все, и навоз, и помет куриный, держали и корову, и курей очень много, но отошли от этого как-то, и сейчас только используем, конечно, капельное орошение. Кстати, я вам скажу, что если за 3 дня люди подкармливали вот навозом, вот этой органикой, о которой я рассказывал, пометом куриным, и привозили на рынок, у нас всегда на рынке было очень четко и очень строго с этими делами. Фитосанитары, ну, санэпидемстанция, насколько я помню, ходили сотрудники, у них были специальные приборы. И вот если в любой овощ, они каждому человеку, каждому продавцу подходят, берут помидор, берут огурец, чем человек торгует, прибор специальный, они втыкают в этот овощ, и у них показывают содержание нитратов. Все четко и своевременно. Если люди кормили, последняя подкормка была меньше, чем за 3 дня до вывоза на реализацию, то нитраты неизменно были в завышенном. Если подкормка производилась больше, чем за 3 дня, 5 дней, 7 дней до вывоза, ну, по сути, до употребления, то уже нитратов приборы не показывали. Вот это как-то так, для общего понимания, как влияют подкормки. Приборы, если больше 3 дней, не показывали превышенное содержание нитратов. На этом, друзья, я свое видео закончу. Спасибо всем, кто досмотрел его до конца. Это даже больше такая беседа получилась. Но все равно спасибо. Я думаю, вам было интересно. Ну и мне с вами лишний раз тоже пообщаться было, конечно же, интересно. Всего доброго. Кому видео понравилось, ставьте лайки. До свидания.